Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И одна моя подписчица попросила снять видео, как сделать Эдди. Вот я стою и рассказываю вам. Лучше посмотрите мой пример. Перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Я вам покажу, как это можно сделать в Lightmotion и в PowerDirect. Ну что, поехали! Заходим в PowerDirect, нажимаем новый проект, выбираем размер и нажимаем ОК. Заходим в галерею и выбираем ту фотографию, которую мы хотим добавить для эдита. Вернее, фотографии, которые вам нравятся. Ну все, фотографии я добавила. Теперь возвращаемся на самое начало и выделяем первую фотографию. Нажимаем на карандашик и выбираем продолжительность. Выберем время продолжительности и применим ко всем фотографиям. Нажимаем ОК. А теперь можно добавить переходы. Нажимаем на значок между фотографиями. И у нас открывается меню с переходами. Можно сразу добавить переход, нажав на плюсик. А можно сначала посмотреть, нажать на стрелочку. Передвинем курсор на следующую фотографию и выберем следующий переход. И также сделаем с другими переходами. Здесь мне переходы больше не нравятся, поэтому я нажму на облачко со стрелочкой. Там, где написано «Получить больше». Здесь очень много крутых переходов, как видео старые. Не все программы открывают эти переходы. Поэтому ссылочку на такую же программу я оставлю в описании. Вот и все, переходы мы добавили, а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось очень круто, мне нравится. Также на каждую фотографию можно добавить тряску. В прошлых моих видео я рассказывала, как сделать тряску. Ссылочка на это видео я оставлю в описании. А теперь я хочу украсить все свои фотографии. Выделяем нашу фотографию, нажимаем на карандашик и выбираем цвет. У нас открывается меню, где мы можем выбрать любую тему. Мне нравится вот это, поэтому я ее и выберу. Выбираю следующую фотографию и проделаю все то же самое.
Когда классные эффекты закончились, то можно сделать то же самое, как и с переходами. Также нажимаем на облачко со стрелочкой, там, где написано «Получить больше». И у нас открывается меню, где еще больше эффектов. Выбираем тот, который вам понравился, и загружаем. И так проделываем все то же самое со следующими фотографиями. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Вау, получается очень круто. Мне нравится. Если вас все устраивает, то можно сохранить. Нажимаем на камеру в верхнем правом углу. Сохранить проект. И теперь сохранить в галерею. Выбираем формат и записать результат. Все, наше видео сохранилось. А теперь я вам покажу, как это сделать еще быстрее. Заходим в TikTok и нажимаем на плюсик. В самом низу написано темы. Нажимаем на них. И у нас открывается меню, где готовые переходы с музыкой. И вам всего лишь нужно добавить свои фотографии. Извините, музыку я отключу, потому что не хочу нарушать авторские права. Выберем тему и нажмем «Начать работу». Вот и все, у нас получился очень классный и прикольный эдит, а зато быстрый. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.